В Екатеринбурге полицейским удалось изловить поджигателя-кладовщика, который ради сугреву сжег чужой автомобиль. Все приключилось 9 сентября на Пионерке. 28-летний, пьяный, замерзший на ветру мужчина бесцельно бродил по двору на Июльской, заметил вишневый Ford Focus с разбитым задним боковым стеклом, забрался в салон, чтобы согреться. Всю ночь прокимарил, а под утро промерз до костей и развел костерок прямо в салоне автомобиля. Пламя охватило Ford. Герострат выскочил из горящего автомобиля и скрылся в предрассветной мгле. На парковке, кроме Форда, пострадали две его соседки. На допросе кладовщик во всем сознался и разведенный костер в Форде объяснил помутнением рассудка, обострением психической хвори. Тем не менее, органы возбудили уголовное дело по факту умышленного поджога чужого имущества, хозяин которого оценил урон в 200 тысяч рублей. Вероятно, собственники подгоревших автомобилей тоже выдвинут кладовщику-поджигателю денежные претензии. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам. Станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим.